Смерть Дон Кихота. Итак, что мы имеем? Мир арестованных вещей. И музыку я слышать перестал, сражаясь с мельницами. Великанов я не вижу. Войска мои простое стадо. Шлем рыцаря горшок и дульсинея при коровах. Священник рад, что наконец-то после дивных странствий и от пяти моих чудесных чувств готов отречься и снять доспехи, и покаяться, и умереть, как подобает. Так сдох и конь мой Росинант. У Санчо ослик сдох его. А кости их кому-нибудь нужны? Амадис Гальский, рыцарь, тоже мертв. Но живы ли тогда мы остальные? И жив ли я, создавший целый мир? Да, умереть, уйти, ослить неразумие вселенной, как раз и означает быть живым. Ну вот, а за окном опять зеленые деревья, и пыльная дорога вдалеке, и солнце, и цветы. И что же я познал за эти годы? Ну хорошо, нет ничего такого, что реально. А я простой и добрый Дон Кихот Алонсо, разумный господин, лежу в постели, своими слугами умытый и готовый к смерти. Я, кажется, хотел найти иного бога, и этим я себя убил. А может быть, я жертва грубой драки и непристойной шутки, и оболочка тела просто износилась. По-всякому выходит то, что я теперь лежу. Безумие исцелено, видением конец. Измена красоте с попами так печальна. Священное писание скучнее, чем книги рыцарского этикета. О Боже, я всего лишен, в покое, в тишине разумного существования. Как дерево, которое в хорошую погоду любуется собой в стоячей луже. Другое дело, если ураган, спустившись с неба, раздувает в вальсе бытия фонтан дрожащих листьев. Это мило сердце моему. А я всегда хотел понять, так почему же люди неподвижны, как безногие деревья? И почему вообще они считаются людьми, когда они не могут бросить вызов раскрашенным лубкам и тихому творению Бога? Ну хорошо, конечные вещи. Я имел свой день, и я имею этот дом. Вижу все, как быть должно, на самом деле. Затейливый творец меня забыл. Он отвернулся от меня, как сытый барин. Непостоянный автор моего романа и прагматичный прокуратор. Один лишь человек, мой Санчо, в смерть мою серьезно верит. Я вижу по глазам его, боится, но только потому, что видит. Что в моих глазах, как в зеркале, отражены его глаза –